На этой неделе, если не подведут погодные условия, специалисты управления коммунального хозяйства и предприятия «Лаби Картошина Д» проведут базовый ремонт мемориала в парке Дубровина. Предстоит вернуть на место отвалившиеся плиты и провести некоторые другие работы. Однако для основательной реставрации этот объект нуждается в финансировании со стороны депмиссии Российской Федерации. Формально этот мемориал не является собственностью самоуправления, однако по заключенному еще много лет договору с Генеральным консульством России город заботится о его чистоте и сохранности. Это распространенная практика во многих частях Латвии. Так как вся земля парка Дубровина – это имущество города, но само сооружение стелы эти городу не принадлежат. Когда-то они были восстановлены, может, построены и поставлены за средства посольства, российского посольства, да, и поэтому они считаются, в принципе, ну, можно считать, что их имущество, да, они не переданы городу, да, купился, да. Мы единственное на основании когда-то, ну, такой есть большой договор между России и Латвии, да, о сохранении мест захоронения и мемориалах различных Второй мировой войны, как память, что каждая сторона выполняет свои обязанности. В наши обязанности входит приведение порядка территории в основном. Те ремонтно-восстановительные работы, в которых мемориал нуждается сегодня, в прошлом уже проводились совместными усилиями самоуправления и Генконсульства РФ. Осенью прошлого года Даугавпилская дума получила запрос от консульства на очередную реставрацию памятника. Этот проект не был отвергнут, но требует времени и согласования на разных уровнях. Мы какое-то время уже назад обследовали этот объект и посмотрели, что там нужно было сделать. Были представители посольства России, технические работники, и поэтому в ближайшее время, я думаю, что мы еще раз вернемся к этому вопросу, и было предложено заключить такой двухсторонний договор. Да? Этот договор двухсторонний сейчас находится в стадии рассмотрения, юридического рассмотрения, уточнения, тем более у нас еще нет информации, выделили ли российской стране в бюджете вот, деньги на реализацию этого проекта. Если все в порядке, да, тогда мы будем двигаться вперед. Конечно, город заинтересован, если российская сторона выделит средства и приведет этот объект в порядок. Ближайшая встреча по вопросу реставрации воинского мемориала должна состояться в этот четверг, 1 апреля, в присутствии ответственных служб города, представителей Генерального консульства и инженера посольства России. Диалог по сохранению памятника с руководством самоуправления продолжается. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.